Предприниматель, один из первых, открывший свой бизнес в Набережных Челнах и отлично знающий, как устроена экономика города и автогиганта, сегодня отмечает юбилей. Коренному челнинцу, члену партии «Единая Россия» Сергею Майорову исполнилось 50. Даже свой юбилей Сергей Майоров встречает на работе. С самого утра принимает звонки с поздравлениями. Ну а самые дорогие его сердце люди приходят в офис без звонка и предупреждения. Сергей Васильевич, дорогой, кто сравниться мог с тобой? Дэвид Бекхэм, Марадона, Аль Пачино, Челентано или французские Монтана? Кто такие? Вы другой. Из 20-й, свой, родной. Простого челнинского паренька, окончившего 20-ю школу, до сих пор помнят и любят. Сергей Майоров старается помогать родному образовательному учреждению. А потому поздравить в этот день бывшего ученика пришли и педагоги, и выпускники. Окончив Уральский политехнический институт в Свердловске, учился в Европе, окончил Академию народного хозяйства при правительстве России. Профессиональная деятельность Сергея Майорова также богата. Проработал от мастера до начальника технического отдела в ТРЭСе «Татсельхозводостроя», на КАМАЗе должность руководителя по продажам совмещал с креслом гендиректора торгово-финансовой компании. Сейчас является председателем совета директоров компании «Магнолия» и членом политсовета местного отделения партии «Единая Россия». У него генерирует огромное количество идей, самых разнообразных, таких иногда сумасбродных, казалось бы, они никогда не могут быть реализованы, ну просто какие-то абсурдные, казалось бы. Но на самом деле, когда идет под ним работа, и когда он сам работает, заставляет вокруг себя окружающих работать над этими проектами, и знаете, получается такой замечательный результат. Также он является автором проекта «Мои челны». Разработан он для сохранения историко-культурного наследия, воспитания чувства патриотизма и гордости за город. Перечислить регалии и награды Сергея Майорова, пожалуй, не хватит новостной программы. А сегодня их стало еще на одну больше. За личный вклад в развитие предпринимательства, плодотворное сотрудничество с торгово-промышленной палатой и в связи с 50-летием со дня рождения. Кстати, коллеги по цеху не обошли стороной день рождения. Специально к юбилею подготовили теплые слова и, конечно же, не обошлось без праздничного торта. Эльвира Салахова, Андрей Буслаков, Дмитрий Кравченко, РЕН-ТВ, Набережные Челны.